Медицинский отвод от вакцинации против COVID-19 не является поводом для въезда в Севастополь в течение нерабочей недели. В правительстве города уточнили условия работы будущих блокпостов. Въезд в населенные пункты, технически являющиеся частью Севастополя, но находящиеся за пунктами пропуска, например, Качи или села Байдарской долины, возможен лишь в экстренных случаях. С горожанами, которые зарегистрированы в Севастополе и выехали из города еще до того, как заработали блокпосты и пытаются вернуться домой, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Ранее власти озвучивали, что пересечь блокпост можно не только при наличии QR-кода о вакцинации либо справки о недавно перенесенной болезни, но и с заверенным медотводом вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Теперь медотвод и ПЦР не являются документами, разрешающими въезд или выезд из города. Дети до 18 лет могут пересекать контрольные пункты без каких-либо документов, но у сопровождающих их взрослых они должны быть. Телеканал НТС будет сообщать о возможных изменениях в регламенте работы коронавирусных блокпостов.